Так. Наконец-то у меня появился шанс лично встретиться с легендарными героями города. Ты еще кто такой? Можете называть меня мистер Игрек, мы с сестренкой теперь всем тут владеем. Ну а вы... Да, если честно, вы порядком тут накуролесили. Но мы готовы сделать вам очень щедрое предложение, чтобы покончить со всеми недоразумениями. Только не торопитесь. Обдумайте все тщательно. Ну, раз так... Короче, предложение мы не приняли. Коррупцию не поддерживаем. Держимся автономно. Потому что наши герои за правое дело. Грузовое судно. Окей. Так, миссия 3. Грузовое судно. Мы на кораблике. Блять, вот как это работает. И опять я начинаю ругаться, когда начинаю нервничать и переживать. Прошу прощения, не хочу этого, но... Ухожу. Блин, никого не подорвал даже. What the... Ой, подорвалось что-то. Можно еще здесь? О, гляньте, это ниндзя, это прям крутые ребята. Отвалите, подонки. Лям, как он крепит. Я его не знаю, здесь есть блок какой-то или что-то. Типа этого, потому что меня прям очень сильно... О, толстячки, как я по ним скучал. Срочно мне этот саундтрек, ребята. Насколько же это потрясающе. Просто вышка. Я хочу его очень сильно... Послушайте эту музыку потрясную. Дождь лупит на корабле, и мы в роли правосудия. Эта музыка, она просто все это подчеркивает. Уф. Толстячок, ну вот мы и встретились. Ох, помню, он меня кумарил. Биг Бен, Большой Бен. Или просто... Да что ты орешь, я не пойму. Ох ты, подонок, паскудник. Да, я помню, как он вставал сразу. Типа, это его фишка. Он не вставал, он сразу крутился. Но мы его крутили, вы знаете, где. Поэтому его вот эти выкрутасы нам, в принципе... Блин, что-то я как-то странно начал разговаривать, как Санчо. Очень странно. Не знаю, что со мной делает этот Street of Rage. Подожди, братик. Куда ты меня крепишь? Дай я кэшку заберу. Так, вот этот срубой опасен. Если видишь черномазого с трубой, сторонись. Вообще, если видишь черного, это опасно. Ой-ой-ой, мне дали пизды обычные, вот эти, челядь обычная. Я вообще никакой, соглашусь с вами, но что делать? Да ты лянь, какой он деловой, он соблюдает спокойствие, на самом деле он... Да ты посмотри, блядь, я тебя сейчас убью, нахуй. Или нет, он просто отходит дальше. Так, молодой человек. Можно я вас уработаю вашей же трубой? А этого я все-таки достал. Сейчас я вам дам.
Не, даже не думай подходить ко мне. Он еще из головы пробивает, нифига себе. Вот этого не ожидал. Так, чувствую, что здесь босса я не вывезу, скорее всего. Иди сюда, родной. Потому что меня уже здесь крепят. Что же будет дальше, я даже и знать не хочу. Так. Зашли в капитанский мостик. Женщина с плеткой. Помню ее. Нора. Можно я так сделаю? Подожди, мать. Что это за стоматологическое кресло? А, так она их тоже наказывает. Это госпожа. Госпожа. Хуаямба. Госпожу тоже наказываем, потому что, ну, надо же, чтобы ролевые игры были разнообразными. Да подождите, с двух сторон, что вы делаете? Ёб твою мать. А, они, короче, какие-то надвиганные, я смотрю. О! Ко мне. Фу, я думаю... Ой, курочка вообще мне пригодится. Почему эти молодые люди сильнее, чем она? Они реально под спидами, скорее всего, соли, галоперидол и немножко этого. Дезаморфина. Мне кажется, какие-то такие. О, там венцо есть, я вижу венцо. Ёб твою мать, что он со мной делает? На! Как в баре. Ну, не в баре голубая устрица, в смысле, а просто в баре. Ёб твою мать. Сейчас меня этот чувак просто убьет. Не, не убьет. Фу, stage 3, clear. Почти меня ужалили, подонки. Да, я никогда не доберусь вот до туда, я вас уверяю. Черт, это было больно. Но скоро станет еще больнее, если мы разобьемся. Старый причал. Судя по всему, мы разбились и теперь оказались на берегу. Та-та-та-там. Так, хорошие локации. Здравствуйте, девушка. Похожа на женщину из X-Men'ов. Юбилей. Радиоактивные люди. Сразу пробиваем из головы, проверяем прическу. Она с двух ног, как в рестлинге, работает, я смотрю. Блять, ну это нечестно, да я с BT разберусь, с блютузом. А-а-а, я первый. Наверное, спрогибать я немножко кинем. Стояночка. О, там дырочки вот эти есть, можно туда кидать. Хуаямба. Малой, давай ты в дырку упадешь. Пожалуйста. Спасибо, улетел. Отдыхайте, ребята. О-о-о-о! Малая, будешь лететь? Отлично. А, ты уже все? Подожди. Так, зря, наверное, я курочку съел так рано, потому что тут парень с веслом подошел с каким-то. И он явно настроен недоброжелательно ко мне. Харе! Я сломал биту об панка. Это потрясающе.
Донована убиваем, надеюсь, это не Рэй Донован был. Бабосики надо собирать. Мать, куда ты вылетаешь? Да я тебе лупану сразу. Музычка просто. Послушайте эти звуки. Я не знаю даже что. Как вам передать всю эту атмосферу? Просто окунаешься в детство сразу. Ну, смотря, может, кто-то играл в Street of Rage в 90-х, ему уже было 40 лет, поэтому для него это не детство. А этот, я смотрю, с ножом идет, короче, до конца, пока меня не пронет уже. Ой-ой-ой, тут что-то стало жарко, ребята. Блять, все, походу, приехали. Наверное, придется сделать вот так вот. Кто живой остался? О, она мне еще и лупанула, блять, это потрясающе. Ёб вашу мать, ну все, понятно, кто сейчас умрет. Блять, я даже не успел, я просто не успел включить эту штуку даже. Что говорить, вот эту вот. Что, серьезно, блядь? Сейчас они щиты опять подключают. Они уже подключали щиты. Да ебди в туз. Не, ну это жестко. Это прям жестко. Ёб твою мать. Блядь, это я такого не ожидал. Отвали. Ну я ж тебе первый, блядь, на контакт пошел. Какого хера ты? Урод сраный. Просто уроды проклятые, подонки. Так, здесь точно ничего пробить нельзя. Секретиков никаких нет, потому что я знаю. Так, это ж не просто... А, там вон, можно в аркадный автомат зайти, вы поняли? А что я подобрал? Я жизнь подобрал? Я так и знал, что здесь какие-то секретики есть. Которых я не знаю совсем. Я ж не умер, надеюсь, я в другой уровень перешел. А! Тан-тан-тан-тан. Какая-то свалка. Опа, одуплился молодой человек, сразу взял розочку. Ну, в принципе, как в жизни все. Обрыганный в подворотне проснулся, сразу розочку берет. Мало ли. Вот. Другой меня пыряет, нападают на одного бандой. Все как в жизни. Ебать, это просто сейчас я... Ты что, конченый? Ага. Сейчас меня рядовые панки забьют просто. А там вот на заднем плане, видите, борьба полиции и челяди. О, дайте яблочко скушать. Вот панков, кстати, много. Это очень плохо, потому что они очень все лютые. О, пожалуйста. Что и требовалось доказать. И вот он, парень с розочкой пошел. Да отвали! Я же туху, походу, себе сделал, да? Это потрясающе. Босс будет. Эстель! Ух ты какая! Прикольная, кстати. На Sony Blade почему-то мне... Можно тебе затыкать? Нет, походу, так просто затыкать ее нельзя. А потыкать можно тебя? Да! У нее тут шансунг. Слышишь? Прекрати, я сказал, блядь! Не, ну я не знаю, как ее ударить. Идите в очко. Тю, ебать. Короче. О, я ее ударил чуть-чуть. Ёб твою мать. Как-то можно здесь перемещаться по-быстрому? Короче, прыгать на нее нельзя, это я точно понял. Попалась, тварь. О, она сейчас какую-то... Полицаи приехали на Ламборгини. Как раньше, как в добрые старые времена. Помню этот спешл. А, это еще не все, я понял. Это, короче, многоразовая акция. Отхожу. Прервано. Хоть бы замочить ее. С головы буду пробивать, мать.
А почему ее не дамажит? Странно. Что это за иммунитет у нее на ракеты? Да ну отвали, в натуре ляшу делает, блядь. Да, короче, это жестко сильно. Ой-ой-ой, этого только не хватало. Здесь есть блок или какая-то херня, я не пойму. Че ебать. Ну, ее я точно не одолею уже. Могу с уверенностью сказать. Потому что... Здесь ракеты падают и парни ходят еще... Я сейчас вам дам. Да не, ну это чёс. Это чёс. Может, всё-таки я её отлажу, пожалуйста. Пожалуйста, я не хочу заново начинать. Отлично, фу, это прям, ну это прям жестко. Фу, как сложно. Это на среднем, я попрошу заметить. Я не дам вам так легко уйти. Слушайте, мадам, вы разве не врубаете, что за всем этим стоит синдикат? Заткнись, вы нарушили закон, и мой долг упечь вас за решетку. Диспетчер, запрашивая помощь, пришлите всех, кто есть. Мы окружены. В этот раз им не взять нас. Приготовиться! Хаптыш! Привет, ребята, давненько не виделись. Папа? А ты кто такой? Спокойно, детектив, я из отдела спецрасследований. Отпустите их. Отвали, это не твоя юрисдикция. Да, рисковая дамочка, идите, я разберусь. Папа, я тебя не отпущу. Не волнуйся, малыш, я больше никуда не денусь, я буду рядом. Папочка пока просто поговорит с этой тетей. Так, ну это новый персонаж, я так понимаю, за которого можно поиграть впоследствии. Вот он, да, Адам. Отлично. Кстати, можно за Адама попробовать поиграть. Под землей. Следующий уровень у нас. Какие-то жижи. Жижи небесные какие-то. Они еще и жизнь отнимают. А, тю, это нужно было поверху пройтись. Я думал... Блин, я, короче, немного лишака грибанул. Я думал, проход снизу, а там сверху. Я просто потратил жизни. Короче, на зеленые жижи не наступать. Чужой наплевал, видимо. Ух ты, какая замануха. В луже лежит труба. Это, конечно, ну, сомнительная. Опа. Пилюль. Ух ты, как я кинул эту штуку. Скушай яблочко. Тан-тан-тан. О, курочку, наверное, оставим на потом, потому что эти женщины сейчас будут нас крепить. Блять, как от этого уворачиваться? Здесь же нет блока. Здесь нет ничего подобного даже. Может, все-таки есть какие-то читы в этом плане? Я не знаю, как вообще. Как их сбивать? Так, курочка, ты ж не сгоришь там, надеюсь, в зеленой жиже. Хе! Пырнул просто. Просто тебя пырну, как ты привык. Так, здесь какие-то испарения с трубы выходят. Да, да.
Они просто за меня все сделают. Подождите, парни, так же нечестно. Блять, ну как его уработать, если он с головы сейчас тебя пробью? Отойди. Ага. Блять, опять этот с ножом, подонок. Ирод. Не бери нож, смотри, а то я тебя узнаю. Можно вас пырнуть тоже, молодой человек? Ой-ой-ой, как он меня красиво убрал, да, в яму, увидели? Ну, я думаю, что теперь я точно не пройду этот уровень, потому что... Он тупо... Да быстрей. Он тупо мою жизнь, короче, отжал. Причем в таком месте, в рядовом. Блять, вы что, серьезно? Блять, я не знаю. Я не знаю, почему меня эта игра очень сильно злит. По-моему, такого раньше не было. Вроде бы, а может и было. Я слишком мал тогда был. Фу, просто какая-то дичь. Да блять, дайте до курочки дойти, ёб вашу мать. Фу, дерьмо тупое, блять. Что это за... Так это ты ж уже был. Это какой-то... Это модернизированный Кобо. Кубо. Так, на меня не напрыгивать, я тебе сразу сказал. А, это типа сразу синдикат преступный объединился. И каким хером я должен их побить, я не пойму. Эта штука мигала или мне показалось? Я думаю, можно разбить. Ну что я имею? Я теперь ничего не имею. У меня нет ни хера, ни жизни, ни... Да съешь денежки, братик. Следующая жизнь через 3000 очков. Полезли вверх. Грязные параши какие-то. Пацан, хватит бить туалет. Лучше давай со мной сразимся. Туалет тебе сдачи не даст. Да я, может, не дам, судя по тому, как вы меня ладите все. Не особо я... О, вот это что-то новое. Меня нигер ударил первый раз. Обычно он бесполезный. Опа, жирные женщины. Это... Можно... Это, пожалуйста, не надо. А подожди, мать. Хани, хани. Ну, сейчас они меня точно отладят. Не, ну это не босс явно. Слишком... Слишком просто для босса. Это так. Типа... Затравочка. Ну да, и жизни нету. Босяцких жизней нету. Шуга. Хани шуга, короче, сахар... Медик. Или... Да, типа того, это, короче, сладкие женщины. Или просто дорогая. Хане. Блин, я даже их отладил и не умер ни разу, но я так понимаю. Опа, пацаны, я не буду мешать. Не надо мне кием только бить. Я ж просил, ну я просил же, подонки. О, ляньте, окей. Как-то он странно, конечно, им бьет. Он их больше колет, как шпагой. Иди сюда. Там шар можно кинуть. Я мечтал об этом с детства. Вот так вот. Всегда хотел это сделать. Хе! Опа. Жозефина головой пробивает. Бодаем панка, пока он смотрит катсцену. Ля, малая, я смотрю, толк знает
в рестлинге. Карамелька. Все-таки это сладостные названия эти. Малой, я тебе просто воткну в землю. Хочешь ты этого или нет? Ну, можно, пожалуйста, меня больше... Да ёб вашу мать! Блять, ну ты мне уже надоел, честно. Стоянка. Бум! Так, карамельку отладили. Она, по-моему, самая опасная была. Сахарка лупанули и медик. Все. Женщины отдыхают. О, звездочка мне, кстати. Давайте возьмем кенгуру. Молодой человек, можно мне, пожалуйста, что-нибудь безалкогольное? Блин, а кстати, кенгуру здесь не игровой персонаж. Что-то мне так казалось, не? Можно, пожалуйста, мне что-нибудь? Блин, не, походу с ним нельзя взаимодействовать, к сожалению. Но ладно. Вот он, байкер проклятый. Он не похож на байкера проклятого. Блять, вот тут с блоками, конечно. С блоками здесь непонятно немного мне, как здесь блокировать его. И можно ли вообще это делать. Да, барбон. Бурбон. Да подожди ты, ёб твою мать. Интересно. У меня же есть суперудары еще, я про них постоянно забываю. Но я отнимаю себя жизни тем самым. Вот, он вошел в фазу дурачка. Вот, пожалуйста, тебя. Но мы хотя бы ему отбили. Ну почему, куда он бьет, я не пойму. Все, он меня прибил, но пол жизни я ему снял, тем не менее. Да ёб твою мать, блядь! Глянь на эту хуйню. Ты еще отвали. Сука, тварь ебаная. Как я тебя, да, мотыком навернул? Иди сюда, подонок, тварь. Скотина, хотел меня трахнуть, я тебя сам трахну. А, бачко иди. Ур-р-р-р-р. Как я, да, его работал, ребятушки? Это было потрясающе. Та-та-та, та-та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та. Отлично! Даже С получил, по-моему, первый раз. У меня обычно Д это в лучшем случае. Ха-ха. Этап 5 пройден.